И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Даша, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас пиццерия, и мы решили сюда прийти и пройти шестую ночь. Это главная наша цель. Всем привет. Всем привет. Ну что, я нажимаю, и мы начинаем проходить. Надеюсь, пройдем. Ребята, держите кулачки за нас. Или тарелку с едой. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. В тему сказал. Шестая ночь, самая сложная. Мы ее пытались, Димон, пройти два раза, это третья попытка. Стойте возле двери, ребят. Балунбой пришел. Началось, ребята. Да хватит уже, чувак. Окей. Да окей, окей, нас тут уже нападают на нас. Тут уже жестко все началось. Может, я зря двери закрыл? Или не надо было, когда возле... Блин, я не знаю, когда нажимать. Мне кажется, балунбой, он нормальный. Ты думаешь? Чтобы заново не начали. А, он же должен возле двери вроде стоять, да? Так свет-то не включай. Так, Димончик, ты контролируй, говори нажимать. Ой, началось. Исчез. Ой, закрыл. Открываю. Да что такое? Все подряд. Свет, все, потушил свет. А у нас же фонарики есть. Точно, Даша. Золотые слова. Димончик, чекай. Они резко приходят, вы помните, спрячусь, ребят? Спрячусь. Нас обычно кто, Димон? Фредди, да, убивал? Да ну вот смотри. Я уже думал, все, мы слились. Ну мы пройдем. Все, Димас, ты там давай сиди, а мы тут наверх пошли. Да ладно. Все, мы ушли. Блин, так побаиваюсь как-то. Димас, мы здесь, смотри. Димас, мы спрятались. Я понял. Да лучше двери чекайте. Боюсь даже отвернуться. О, пришел! Или пришла. Димон, закрывать? Да. Фух, я... По свету-то не надо нажимать. Да я, блин, думал, она испугается. Здрасте. И ты тоже красавица. На свет не нажимай. Мы с Дашей профессионалы запарывания шестой ночи. Даш, ты понимаешь, тут каждое включение рассчитано по секундам. Если чуть-чуть больше задержишь... Ой, кто-то попал. То мы не пройдем. У нас электричество, да, него никогда не хватает? Чуть-чуть, вот писечка там. Особенно классно, когда электроэнергия кончается, двери две открываются, и мы стоим беззащитны, и они нападают на нас. Надеюсь, это случится и в этот раз. Доброжелатель. Подозрительная тишина, да, ребята? Пришла, Мангу! Я буду видеть ее, когда она уйдет. Все, она ушла. Я кое-что придумал. Мне никто не приходит. Страшно. Это Фредди, да, ржет? Не знаю, кто там ржет. Да, как ты и сказала, Даша. Да ну! Это я, он говорит. Это я, это. А я ничего не слышу. Не, он не говорил, он говорит. Ё-моё! Откуда? Это марионетка была, она резко забежала к нам в комнату. О! Фокси, Димон, закрывай двери. Откуда, он же через свою сторону должен бежать. А как ты узнал? А он дон-дон-дон-дон-дон делает. Я не слышал такого. О, опять, да, делает? Даш, ты слышишь? И никого нет, очень долго. Странно. Шестая ночь. Шестая ночь. Открой дверь. Ой. Опа. Ух, извините, ребята, что крикнул. Ой, блин, у меня аж волосы зачесались. Ого, и Бонни пришел. Вот это жесть. Вот это да. Вон он стоит углом. Я закрыл. Ночь продолжается. Значит, мы пройдем ее так. Да, ребята? Нельзя одновременно, наверное, умирать или возрождаться, потому что когда мы возрождаемся одновременно, тогда я лежал трупом, а потом возродились. Но это моя догадка, я не знаю точно. Господи. Не стреляй так. Нормально? Я взял оружие, хотя оно мне не поможет. Я знаю, что аниматроники могут с этим оружием сделать. Или, по крайней мере, куда засунуть. Смотри, кто пришел, Димон! Красавчик какой! Смотри, какие у него зубы. Ого. Зря вы тут отошли. Давайте, чекайте дальше свою сторону, я свою смотрю. Я, Дима, знаешь, что одену? Фредди в маску. Да? Она тебя спасет. О, давай проверим, Димон. Одевай. А через нее плохо видно, да? Да ну хватит.
чувак. Странно, никого нету. Очень долго никого нет. Так, 3 часа ночи будет или нет? А где ты время смотришь? Вот, 3 часа ночи. Да? Слева вверху. Ребята, мы пройдем. Сколько электроэнергии у нас? Полная. Офигеть, ребята, мы затащили. Ой! А, это у меня там. Тю, блин, я испугался, я закрыл у себя. Да это тоже нормально. А чё звук? Кто это приходит с таким звуком? А это все так приходят. Чика, например, у меня. Класс. Звук четкий вообще. Этого пока не было раньше на записи. Теперь можно полноценно оценить звук всех аниматроников. Как включить камеру? Пришел! А кто, где? Балунбой. Фух. А я так ору, как будто что-то такое страшное случилось. Балунбой. Ой, смотри, кто еще пришел? И Бонни. Их двое. Сейчас марионетка прибежит. Она через мою сторону придет, поэтому будет закрыто будет. У нас энергия полная, а ночь половину прожили. Пусть туда закрыто будет чуть-чуть. Опять кто-то пришел, слышали? Да, но это не у меня. А, это ушел. Та этот стул опять мешает мне. Слышите? Ушел. Открываем. О, слышите опять? 4 часа ночи, ребята. Оранжевый Фредди. Ой, фиолетовый Фредди. Это вообще жесть. Уходи. А кто там? Блин, я бы посмотрел. Это у меня? У тебя, закрывай! У тебя, фух. Бонни, что ты зачистил так ко мне? Хватит. Смотрите, какой красавчик ушел. Открываем. Может, не надо открывать? Надо, надо. Когда будет скример, я закрою резко. Или надо слушать марионетку? У кого? Что это за звук? Ой. А, вы что творите? Я не знал, что ты выйдешь, Димон. А что это за звук? Что это за звук? Как будто кто-то идет. Я закрою на всякий случай. Слышите звук? Да, я слышу, Даш. О, слышите, кто-то пришел? А, я закрыл вовремя. Там кто-то пришел, но не вижу кто. Манглиха. Блин, Димон испугал меня над головой. Я думал, это она меня сейчас съест. Да я это посмотреть просто. Она красивая. Да что ж такое-то, а? Ой-ой-ой-ой. Все, я закрываю дверь. 4 часа, ребят, сейчас будет 5. 5 часов, нам осталось час. Все, давайте закрытые двери будут, 2. За час они, Димон, не сядут, да? У нас полная. Все. Ребята, будем так смотреть, как они нас атакуют. Сейчас марионетка прибежит. Ждем. Что это за звуки? С 5 до 6? Ну это гром, Даш. Ты гром никогда не слышал? Нет, тут такие, знаешь, так... А ну дай послушаю. Вот. Слышишь? Вот. У тебя галлюцинации, я не слышу, ну ладно. Может, на монтаже услышу? Тюн. Это кто-то идет сюда. Давайте камеры поклацаем. Да это я телепортируюсь. О, слышите? Это я телепортируюсь. Димон, сейчас Фокси должен бежать. Ой. О, смотрите, пол батареи. Получается, батарея, она как бы была правильная, просто мы очень хорошо, ну... Да, этот, грубо говоря, мы прошли. Ну, конечно, не по-честному, но мы не расслились, но по-другому никак. Смотрите, кто пришел. К нам пришел Фредди. О. Красавчик. Пугает, смотри, дверь. Да, орет. Все, ушел. 6 часов! Смотри. Давайте проверим, ребята, будет 7-я ночь или нет? Блин, я такой рад, что мы прошли. Открываем калитки все. Ура! Мы прошли! И чё? Класс! 7-я! Да? Они, короче, окружают нас. А 7-я ночь пожёстче будет. Я открыл калитку. Опять пришел, да что такое? Тут вроде 9-я ночь есть. Видел там кнопки в другой комнате. Значит, мы еще и, ребята, эту всю карту и не пройдем. Типа DLC, короче. DLC? Да. Дополнение типа. О! Закрывайся! Фух. Ты видел, как он выглядывал из-за угла? Как?
Может, я на последней секунде только закрыл ее? Наверное. Быть. Ну, ничего страшного, играем дальше. Опа, балун бой. Я буду ложкой бить. Ложечник-убийца. Батарея полная. Опа. Бонни идет с гитарой. Идите, посмотрите, он так ни разу еще не стоял. А я посмотрю здесь. А где он идет? Слева, вот на коридоре. Гитары. Да-да-да. Хватит ты пыхаться, ты меня пугаешь. Вы заметили, через мою дверь больше идут. Вау-вау-вау. Сейчас он должен резко появиться здесь, по-любому. А, что это такое было? Я по звуку закрываю дверь. Смотрите, сзади кто? Так закрывай дверь. Я слышу звук какие-то. О, пришла Чика! Боже. Смотри, как она держит свой этот бутерброд, хот-дог. Бутерброд? Кекс. Бутерброд. Хот-дог. Гамбургер, короче, держит. Слышно, как волосы растут. Волосы. Да, ё-ля-ля. Просто так тихо было. Оп! Ай-яй-яй-яй, где? Есть. Не у нас, не у нас. Я их по звуку уже ориентируюсь. Даже просто звук идет, значит, надо закрывать. Еще пришли. Вдвоем одновременно. Как тебе приходят? Не знаю, эту дверь они больше любят. Лучше к Димасу, нам не надо. Да я успеваю, я профи уже. 3 часа ночи, полночи есть. Ушел. Открываем калитку. Давай. У нас там в углу. У нас в углу Бонни. Мьюзикбокс. Тут что-то он стоит. О, мьюзикбокс, сейчас марионет. О, сейчас марионет. Закрывайте калитку. Закрывай. Пришла Димон! И через дверь зашла! Как? Как? Что это было? Дверь закрыта, вот, я умер! Надо было заводить, потому что. А как? Заводить. А как? А где? Там нарисовано, вот здесь было вот, ну, такой восклицательный знак. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!